Валера Быков и Данил Курбатов учатся в одной школе. До нее рукой подать, дом прямо напротив. Но между домом и школой пролегла проезжая часть. Ребята признаются, до пешеходного перехода идти ленится, перебегают где поближе, а дорога очень оживленная. Водители не видят никого. Носятся как ненормальные, ездят, никого не замечают. Любого могут задобить, не тормозят вообще. Иногда здесь вообще молодежь устраивает гонки такие, чтобы мам не горюй. Поэтому нужны лежачие, как минимум, лежачие полицейские. Как минимум, с той стороны и со стороны монастыря. Подобная ситуация и на улице Лукачева. Ученики 58-й школы перемещаются короткими перебежками. Жители района уверены, нужны переходы на Учительском переулке и улице Мичурина. Мы беспокоимся за наших детей, за всех граждан, которые посещают наш школьный двор. У нас оборудована и школьная площадка, и футбольная, и баскетбольная, и хоккейный корт. И естественно, что здесь этим всем пользуются свободно не только дети нашей школы, но и приходят к нам со всех ближайших дворов. Пешеходные переходы есть не у каждой школы, но все в руках жителей. Необходимо подать заявление в администрацию. Будем просить администрацию и ГАИ, чтобы посодействовали в том, чтобы были организованы дополнительные места переходов, чтобы были переоборудованы в соответствии со стандартами существующие. Организовать пешеходный переход – полдела. Важно еще заставить водителей пропускать пешеходов. 1 сентября возле каждой школы будут дежурить инспекторы ГИБДД, чтобы ничто не омрачило праздник. Алина Чемерис, Валерия Макарова, Максим Гусев. События.